Как организован быт и репетиции участников праздника песни и танцев? Мы это выяснили. 6 часов утра на пороге школы нас встречает Земис Арксанита. Она приехала из Вилины вместе с участниками праздника, чтобы обеспечивать их безопасность. В классах вместо парт – спальные мешки. 8 коллективов Вилины – это более 100 человек. Одни участницы женского хора «Алта» еще спят. Другие изучают настольную книгу участника праздника. Куда обращаться в случае всяких случаев жизни, да? На спартанские условия проживания никто не жалуется. Матрасы очень хорошие, мягенькие. Так что то же самое, что в своей кровати. Матрасы вам тут обеспечили или вы с собой привезли? Мы с собой привозим везде. Единственное, что мешает сну – шум большого города. Очень много мотоциклов. Эти очень такие громкие. Впрочем, не все используют свободное время, чтобы выспаться. Девчонки вчера, хор, они приехали вечером, конечно, выходили в Ацрейгу. Первое слово было «Есим в Ацрейгу». Туалет этажом выше, там же можно умыться. Рядом импровизированная сушильня. Стиральной машины нет? Ну, конечно, нет. Руками и мылом. А эти вот веревки? Всем сердцем, да. А веревки из дома привезли? Это уже из дома, конечно. Заранее, то есть позаботились? Да, все с собой. Души в подвальном помещении. 2 мужских, 3 женских. С утра очереди нет. У разных коллективов подъем и питание в разное время. У хора в 7 завтрак, а у вокального ансамбля в 11. А здесь ужин 8:30, а здесь ужин 1:30 ночи. Да. Потому что репетиции. У хора «Алта» завтрак в 7. В меню овсянка с вареньем, бутерброд с огурцом, яйцо и кофе. Каждый день что-то другое. А это правда, что вам приходится здесь сейчас жить пока? Ну, нормально, ничего страшного. Окончательно проснуться помогает песня «По дороге в Межепарк». Водитель Эдгарс тоже из Вилины. На празднике песни впервые. Чтобы не заблудиться, пустил в ход современные технологии. Навигация у меня поставлена была. Из автобусов по тропинкам Межепарка участники стекаются к эстраде. Зайцу не проскочить. Мы берем карточку участника и прикладываем к аппарату. Если срабатывает зеленый цвет, пропускаем. Красный – пытаемся решить эту проблему. Под трибуной для зрителей огромная очередь к туалетам. Дело в том, что работает лишь один, другие 2 закрыты. Закрыто. Ничего не написано. Но, как всегда, где женщины, там очередь. Организаторы успокаивают, проблема решаема, просто не все туалеты успели отпереть. Все войдет в нужный ритм и будет супер. В громкоговоритель снова и снова повторяют, как будут располагаться певцы. У каждого хора есть план, на котором отмечен их сектор. Исполнители делят по голосам, каждый получает сборник песен. Леты, да, или леты, шмугограмота. 3 медпункта прямо на эстраде. Неподалеку дежурят и кареты скорой. На сей раз их помощь понадобилась. Но репетиция все равно начинается по расписанию. Яна Рубинчик, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.